Добро пожаловать на главное культурное событие уикенда. Презентацию клипа студии Safe Moment на авторский трек The Killers DJs Fit Sincerity Senseless. Перед презентацией видеоклипа у ребят из The Killers DJs есть всего несколько минут для того, чтобы дать нам небольшое интервью. Почему вы решили сделать свой первый видеоклип именно на эту композицию? Мы можем ответить, это был наш первый трек с вокалом, вот, и появилась идея снять видеоклип. Сценарий переделывался, наверное, раз пять. С ней были спорные некоторые моменты. У нас был небольшой кастинг, мы выбрали красивую пару. Это был наш товарищ, наша красивая подружка. И в клипе, соответственно, они получились очень красиво. Больше всего запомнились съемки в Велюре, потому что там было больше всего интересно. Расскажите, что ждет вас в будущем и над чем вы собираетесь работать? Работаем над написанием авторской музыки, планируем выпускать релизы. Сейчас сотрудничаем уже с мировыми европейскими лейблами и будем подписывать контракты, выпускать музыку. Работаем с вокалистками, с девчонками, которые уже зарекомендовали себя в Европе. И с нашим партнером по музыке, продюсером города Одессы, Фрэм. Мы с ним вместе работаем, сейчас вместе сотрудничаем. И, как говорится, бок о бок будем пока работать вместе, потому что у нас получается. Есть основные идеи работать вместе. Это главное сейчас, потому что... Потому что диджеинг немного отошел на вторую, на второй план. И сейчас больше хочется продюсировать. Клип, который сняли ребята, их первая вокальная композиция. Расскажи, как ты принимала участие? Я искала, где бы мне применить творческий потенциал, а ребята искали вокалистку. И они вышли на меня, я вышла на них. Нашли друг друга и решили записать несколько композиций, одна из которых «Сенсы». Было ли все легко сразу? Нет, естественно, пришлось менять какие-то вкусовые, подстраиваться под друг друга, потому что я была воспитана на одной музыке, они на другой. Они мне показали вообще, как пишется электронная музыка, потому что это мой первый опыт работы именно с диджеями. Очень многое для себя подчеркнула. Почему? Потому что такие ситуации, когда ты должен оставаться спокойно, несмотря на то, что тебя по 20, по 30 раз просят сделать там одни и те же вещи, было весело и было интересно. Терпится узнать основную идею клипа, презентация которого состоится совсем скоро. Добрый вечер, Анна. Скажи, как так получилось, что ты решила снять клип на композицию The Killers DJs? Нам просто обратились ребята Максим и Женя. Они записали музыку, и им нужно было снять клип на эту музыку. Вот и все. Мы собирались компаниями, мы думали. В основном, конечно, большую часть приходилось мне самой придумывать, потому что у ребят им хотелось всего, но конкретных идей не было. Очень сложно было выбрать время, очень сложно было собрать всех, потому что в этот период времени у всех была большая занятость, в том числе наша главная героиня Анна Лапина. Она довольно-таки успешная модель, поэтому она часто уезжала, приезжала, и мы старались свой график совместить с ее графиком. Я довольна работой, которая была проведена, работой довольны и ребята, которые к нам обратились. И я думаю, что понравится и вам. Да, я смелый парень, но я волнуюсь, честно. Так бывает всегда. После торжественной части открытия вечер продолжит гости из Одессы.
играем проектом «Соус» в стиле бигрум, электрохаус, хаус. То есть бигрумовую музыку, которую играют на фестивале. Я пожелаю хорошую музыку, в первую очередь, городу Керчи от проекта «Соус» и от саунд-продюсера «Према». Ну и что, главное творить. Какое настроение хотите подарить сегодня публике? Я просто молча покажу, вот такое вот. Таким он запомнился нам в прежней презентации первого видеоклипа «Киллер Стиджи». До новых встреч!